Ask him. Okay, how long have you been training with Kadyukov? Сколько лет вы тренер Кадюков? Тренер, уже 13 лет. 13 years. 13 years. Mm-hmm. Why in Russia do the wrestlers have the same trainer for so long? Почему в России один спортсмен имеет один тренер, сколько лет? Я его с такого возраста. У меня три чемпиона мира. Он не только один. World champions. Вот Кудуков, Дудаев, чемпион мира. Он в Америке выиграл турнир Шульца. Шульца won in America. Дудаев, третий у меня Элдатов. Элдатов is also his тоже чемпион мира. Он был признан лучшим борцом в 96 году в Китае. Oh, do you know that she's still there? Поближе, станьте. Шульц, 96 champion of the world in China. Так что это вот они. He takes them from the very один beginning. В 2005 году был чемпионом мира, другой в 2006, и третий в 2007 подряд три года. One was champion of the world 2005. Joe, look at him. Ну все. Okay, that's when, how do you train your wrestlers when they're young? Как тренироваться это человек, когда он маленький, молодой? Маленький. Мы играем пока. We play. Мы играем гимнастика, акробатика, координация движений. А потом уже начинаем учить бороться. Then we start to do wrestling. А потом у нашего народа борьба с детских лет идет. В горах все борются. Oh, our people have wrestling up in the mountains. We do that as a game. Горы заставляют быть, понимаешь? They give the А в честь него еще песня здесь на турнире прозвучала. В честь он в Ульяновской области организовал 36 лет назад. 36 лет назад. И в честь него песня здесь прозвучала. Это для них слишком сложно. Ну как не сложно? Давай. At what age do the wrestlers start to be more competitive? В какой возраст они начинаются соревнования? Соревнования? Да. 10-11 лет. 10 or 11 years old. Юношеские первенства. There's one group, 11 to 12 years old, 10 to 11 years old, and another group, 12 to 13 years old, and another group, 15 to 16 years old, by their group age. What makes the wrestling in Russia so dominant? Compared to the rest of the world. Почему российский бараба существует как доминант, как лучший в мире? Раньше Америка и Советский Союз были сильнейшими в мире. And then the Soviet Union was the best in the world. Россия сильна, потому что Осетинская школа Осетия, Республика Северной Осетии, Алания, школа сильная. И Дагестан. School is great. Dagestan school is also great dominant. Две школы, которые конкуренция. Because they fight against each other. А конкуренция рождает хороших борцов. And then because of this two great schools going against each other, they create great result at the end. Earlier you said you were trainer Schultz. It's Dave Schultz. Вы сказали, что вы тренер Шульца? Нет, турнир Шульца. Мои ученики боролись. А Шульца я хорошо знал. Братья Шульца. Они к нам в Осетию приезжали часто. Братья Шульца. The Schultz brothers came to us often. Дюпон тоже у нас. In Japan. Да, Дюпон, который сейчас Шульца убил. Was killed in Japan, right? То есть в Осетию они часто приезжали. They come often to us. Schultz brothers. Валентин Андреевич, вот тоже учитель истории, как вы. Он тоже учитель истории. He's a teacher of history. Mm-hmm. History he's teacher. A history teacher. Uh-huh. And he's also a teacher of history. Коллега. We're colleagues. Colleagues. Yeah, we're colleagues. What makes Kadyukov so tough to be the national champion again? Почему Кадоков так сильный? Почему Кадоков так Как сильно. Правильные тренировки с детских лет. Сердце хорошее. Это тренеру надо говорить спасибо. Я его берегу. Trainer makes him go. I make him run. И правильная тренировка. Правильная. Correct way of training.
Желание есть бороться, не устает. В общем, has a desire. In his heart. Но американец еще и тактически хорошо себя ставит. Тактически действует правильно. Сэм, you get it. Бесик, вот здесь я посмотрел. Правильно. Я же судил, я и судья был. Я судил. А международной категории? Международной категории. Я судил чемпионаты мира Европы. И когда тренер и судья, то он... When a trainer becomes a wrestling official, his mind works even more. Тогда хорошо будет. Ну все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.